В ужасном непрофессионализме обвинил представителя фонда в Украине вице-премьер по соцполитике и гуманитарным вопросам. На своей странице в Фейсбуке Павел Розенко написал: «Перед тем, как применять европейские стандарты к украинским пенсионерам, Рону ван Радену стоит ознакомиться с законодательством нашей страны». Вице-премьер уверен, требования МВФ бессмысленны, ведь украинцы не имеют и половины финансовых возможностей европейцев.